блокчейн как решение по сохранению экологии. Бельгийская компания Smapi запустила SolarCoin, который позволяет пользователям заработать посредством производства солнечной энергии. Согласно Quartz, Smapi изначально – это приложение для потребителей по контролю использования энергии для экономии средств. Стефан Грожин, основатель Smapi, заявил, две трети пользователей приложения имеют солнечные батареи, и теперь проект мотивирует использовать солнечную энергию, вознаграждая потребителей SolarCoin'ами.